Легран, Мариконы, Джо Дассен, Битлз. В Чебоксарах прошло открытие международного фестиваля «Созвездие земляков». Он посвящен столетию образования Чувашской автономной области. На премьеру концерта мужчина и женщина, ценители музыки, собрались в театре оперы и балета. Каждая женщина хочет быть единственной и неповторимой. Каждый мужчина хочет найти ту единственную, которая будет им восхищаться и сделает счастливым. Образы влюбленных были навеяны музыкой, которую исполняли профессионалы. На сцене театра выступили артисты Чувашской государственной академической симфонической капеллы и концертно-духового оркестра города Чебоксары. Личность и красочность звучания позволяет зрителям познакомиться поближе с неповторимыми по тембру инструментами и виртуозными возможностями их исполнителей. Программа была очень чудесная, прекрасная. А Наталья Яклашкина, которая вот вела эту программу, она была просто великолепна и бесподобна даже. Конечно, были произведения, которые узнавали и знают все. Да? Это и «Одинокий пастух», это «Мой ласковый и нежный зверь». И, конечно же, во втором отделении прозвучали произведения, вернее, как прозвучали хиты Майкла Джексона. На концерте звучала музыка гениальных и неповторимых Мишеля Леграна, Эннио Морриконе, Криса Ботти, Джо Дассена и других музыкантов. А раскрыли их произведения на сцене и придали особую красоту заслуженный деятель искусств Чувашской Республики Наталья Яклашкина и дирижер концертно-духового оркестра «Чебоксар», лауреат международных конкурсов Владимир Петров. О том, как люди любят эту музыку, как дирижер в музыке и преподносит эту музыку, как все, кто сидел на сцене, играли и вкладывали всю душу в то, что они делали. Это большое удовольствие побывать на таком концерте. Ольга Алексеева, Павел Рядков, «Республика».